Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите компанию Warcraft 3 Reign of Chaos. Сегодня мы попытаемся пройти вторую миссию за нежить, которая называется Прах Кел'Тузеда. На следующее утро на окраине Андорала. Я надеюсь, вы этого не слышали. Вот эта лошадь выглядит очень подозрительно. С помощью этой машины мы перевезем останки нашего господина. А не проще будет оживить его сразу, на месте? Прошу меня простить, повелитель, но существо, обладающее силой Кел'Тузеда, можно воскресить лишь вместе со сосредоточением магических сил. В этих землях нет таких мест. Ладно, я понял. В путь. Грустненько. Никто не смеет. Ну-ка, мне иди приказать. Сюда. Кобыла. Ты же сейчас мне вывалишь какой-нибудь артефакт, правда? Нет. Сморн жаждет крови. Грустно. А это что такое? Полегче. Шатер. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Не будет халявы. Ну ладно. И наше задание. Убейте паладина, приведите Артаса к могиле Кел'Тузеда. Ну и Артас не должен сдохнуть. Ясненько. И не надейся на быструю смерть. Кто-то забыл башню заградить, она же не дамажит. Полегче. Фростморн. Говори, глупец. Стоп, ну что? Ни хрена себе. Нормально так. Минуснул себе пол армии. Полегче. Твоя кто же знал, что оно... Нет, мне. Не атакуй. Боже мой. Фростморн жаждет крови. Прекрати это безумие, пока еще не поздно. С дороги, брат. Я пришел за парой старых костей и не хочу, чтобы мне мешали. И не надейся на быструю смерть. Никто не смеет мне приказывать. Лазла, вообще, блядь. Что я делаю? Наконец-то. Не умирай, блин. Я как-то жестко тупанул. Ну, можно было просто пронести вот осадными и все. Говори, глупец. Полегче. Говори, глупец. Полегче. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Наконец-то. Во славу плети. Вот так-то лучше. Во славу плети. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Никто не смеет мне приказывать. Полегче. Во славу плети. Да стой, зараза. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Окей. Нормально. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Вот так-то лучше. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Во славу плети. Ну что еще? Вот так-то лучше. Вот это, однако, плохие новости. Никто не смеет мне приказывать. Не могу поверить, что когда-то мы называли тебя своим братом. Нужно было сразу понять, что избалованному принцу не место в рядах ордена. Ты осквернил имя Серебряной Длани. Да, так и есть. Говори, глупец. Беги.
Эх, вурдалаки дохнут. Никто не смеет мне приказывать. И не надейся на быструю смерть. Ну что еще? Говори, глупец. Ну что еще? Не хочу свиток юзать, но... Полегче. Надо было, наверное, надо было. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Твоя душа принадлежит мне. Говори, глупец. Отлично. Никто не смеет мне приказывать. Было бы, конечно, лучше, если бы вурдалаки жили, но... Полегче. Будем надеяться, что мы их где-то наварим сейчас себе. Наконец-то! Лаславу плети! Фростморн! Вот так-то лучше! Лаславу плети! Кладбище. Жаждет крови. Я был прав. Лаславу плети! Фростморн жаждет крови. Или это не то? Это не то. Следуй за мной, некромант, на котором ты когда-то служил. Вновь призывают тебя. Я говорил тебе, моя смерть ничего не изменит. Что за... Кто это говорит со мной? Это я, Кел'Тузет. Я рад, что не ошибся в тебе, принц Ардес. Вас только за смертью посылает, принц. Останки почти разложились. Мы не довезем их до Кельталаса. Кельталаса? Да. Только сила солнечного источника эльфов может вернуть Кел'Тузета к жизни. И что нам делать? У паладинов хранится особая урна. В ней мы привезем останки некроманта в нужное место. Добудь ее. Как скажешь. Ну ладно. Так, теперь мы можем, получается, добывать баблосы. Да свершится прежде служить. Думаю, что это тоже есть смысл построить. Землю вокруг зданий тьмы охватывает порча. Новые здания могут быть построены только на этой земле. Угу. Все, кроме некрополя. Я вас понял. Так, создайте некрополь, склеп, кладбище и три зиккурата. Проклят, прежде чем послушники смогут добывать из него золото. Побегаем пока что. Ух ты, да тут голем. Говори, глупец. Ну-ка. Вот может, он нам даст что-то вкусное? У меня есть одна хилка, ее можно использовать. Кстати... Ой, как же ты медленно строишь. Ну что еще? Нет, ничего. Лаславу плети. Никто не смеет. Даже уровень не смог заполучить. Фростморн жаждет крови. Печально. Наконец-то. Ух ты, их много. Лучше. Не, я все понимаю, но... Наконец-то. Фростморн я не хочу вторую хилку юзать. Постройка завершена. Ну-ка, давайте-ка сюда пойдем. Так, три зиккурата. Я жажду служить на земле, охваченной порчей. Слуги тьмы быстрее восстанавливают свои силы. Но мне это уже сказали, что тут можно хилиться. Те, кто похоронен на кладбище, будут верно служить вам. Никто не смеет мне приказывать. Да, ему. Ну ладно, давайте заставим их работать. Чего желает мой повелитель? Да, повелитель, да. Что еще надо сделать? Урна. Убейте паладинов, возьмите урну. Понял, все просто, в принципе. Я могу сюда пострелять? Здесь есть обстрел. Постройка завершена. Постройка завершена. Не получается. Сюда можно. То есть можно деревья разрушать.
А здесь постройка какой-то проход завершена. Же. Или мне так кажется? Могу ли я пройти с этой стороны? Вурдалаки будут собирать лес для ваших построек. Я понял, да. Ну-ка попробуем. Может, я смогу здесь продраться? Не буду здесь ничего дубасить, чтобы, ну, хватило дерева для моих вурдалаков. О, домик какой-то. Походу, можно. О, смотрите, реально можно пройти. Так, секунду. Мы только вурдалаков можем строить. Это нехорошо. Склоняюсь перед вашей волей. Еще нужно построить, получается, вот это. И на случай, если... Стоп. А, нет. Значит, нам нет смысла строить... О, что? Нет, скотина! Ах, ты ж мразота! Наконец-то! Не трогай! Нет! Блин, две катапульты в минус ушли. Короля мертвых. Плети. Как же грустно. Чего? Никто не смеет мне приказывать. Фростморн! Сейчас Арта сдохнет еще. Наконец-то! Во славу плети! Вот так-то лучше! Во славу плети! Твоя душа принадлежит мне. Вот так-то лучше. Ну что еще? За короля мертвых. Говори, глупец. Отлично, тусуемся здесь. Угу. Пусть они здесь дерево собирают. Так, мы дальше двигаем. Стройка завершена. Нельзя пройти? Я ошибся? Может, с этой стороны? Больше золота. Сейчас будет. Я жажду служить. Можно даже башни грейдить. Но, увы, денег пока что нет. Нет, видимо, я что-то... Я тут затупил. Так, идем сюда. Полегче. Я думаю, нам этого дерева хватит. Давайте с этой стороны пройдем. Посмотрим, как сюда зайти. Полегче. Наконец-то. Ну что еще? Вот паладин один, да. И не надейся на быструю смерть. Вот так-то лучше. Упс. Наконец-то. Во славу плети. Это была ошибка, по всей видимости. Ух ты, ёп. Полегче. Это бы реально была ошибка. Во славу плети. Ну что еще? Говори. Мы сейчас всех вурдалаков потеряем. Ну что еще? Наконец-то. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Исследование завершено. Во славу плети. Фростморн! Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Наконец-то! Во славу плети. Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Почему у меня такое чувство, будто я уже проиграл? Во славу плети. Наконец-то! Во славу плети. О, нет.
На еду. Я пошутил. Не надо. Вот так-то лучше. Не трогай меня. Твоя душа принадлежит мне. Никто не смеет мне приказывать. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Отлично, живем. Насколько я понимаю, если эти труповозки потеряют, то все, я проиграл. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Печально. Где же мне заполучить что-то? Что мне поможет? Я не знаю, какой-нибудь артефакт, например. Ну что, Сину еще? Убью. Вот так-то. Ненавижу лучше. Псов. Фростморн жаждет крови. Полегче. Вот так-то лучше. Так, это сделалось, значит, дополнительных грейдов не будет. Получается, что я деньги зря потратил. Грустно. Наконец-то. И вернуться сюда я тоже вот не могу. Лучше. О, здесь можно закрепить. Хорошие плети. Новости. Ну что еще? И не надейся на быструю смерть. А, черт, ничего нет. Вот Джад, стой. Во славу плети. Вот так-то лучше. Ладно, здесь тоже ничего нет. Наконец-то. Вот так-то лучше. Ну-ка. Жизнь замерзула. Исполню с радостью. Построим несколько зиккуратов, сделаем из них вышки. Никто не смеет и будем заманивать туда врагов. Во славу плети. Наконец-то. Чего желает мой повелитель? Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Фростморн. Я заставлю тебя страдать. Черт, это нам Ctrl 3 надо. Ну что еще? Это потерь никто слишком много. Говори, глупец. Фростморн жаждет. Ну окей, кровь. Нормально, разбили под вышками. Плети. Практически без потерь. Фростморн жаждет крови. Другое во дело. Плети. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Постройка ни хрена не ценно. Постройка завершена. Иди сюда, паладинчик. Ну кто ж так делает-то? Не знаю, мы только познакомились, и он уже какую-то хуйню включил. Весь как мужик. Ты заслуживаешь смерти. Наконец-то. За короля мертвых. Вот так вот. Фростморн! Ну что еще? Вот так-то лучше. На еду. Целебное зелье. Да, мне от него мало толку так-то. О, я все загрейдил. Это не нужно, мне кажется, грейдить. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Наконец-то! А я забыл, ну, что вордалаки еще? Могут хилиться на трупах. То есть я могу покушать. О, это все меняет. Ты столько времени просто так сидел, ждал. Никто не смеет мне приказывать. Стройка завершена. Кушаем. Главное смотреть, можно ли где-то что-то здесь снести, чтобы что-то получить. Похоже на могилку, кстати. Полегче. Говори, глупец. Да ебу. Полегче. Ну что еще? Во славу, блядь. Нет. Наконец-то. Вот не повезло? Лучше. Твоя душа принадлежит мне. Во славу, блядь. Я заставлю тебя сказать. Вот так-то лучше. Фростморн. Фростморн жаждет крови. На нас напали.
Ух ты, новая пачка. Никто не смеет мне приказывать. За короля мертвых! Ну, спасай. Говори, глупец. Вот так-то лучше. Во славу плети. А, ну ладно, эти разберутся, я думаю. Вот пойдем дальше. Лучше. Ну что еще? Наконец-то твоя душа принадлежит мне. Фростморн жаждет крови. Зелье маны штука полезная. Склоняюсь перед вашей волей. Говори, глупец. И не надейся на быструю смерть. Полегче. Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. За короля мертвых. Получается, что я был вроде как бы прав, но и не прав одновременно. Ну что еще? То есть сюда вот можно было попасть, вот но не лучше. Тем способом, наконец-то. Который я выбрал. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Полегче. Еще один паладин. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Твоя душа принадлежит мне. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Никто не смеет мне приказывать. Во имя света. Твое предательство разбило утру сердце. Он был готов отдать за тебя жизнь. И вот как ты отплатил ему. Ну что еще? Вот так-то лучше. Ты узнаешь, что такое боль. Чего? Полегче. Да иду. Говори, глупец. Угу. Никто не смеет мне приказывать. Ну что еще? Могу отсюда стрелять. Могу. Говори, глупец. Халява. Так, кушать Олег, подано. Во славу, блядь. Хватай. Да стой. Говори, глупец. Никто не смеет мне приказывать. Кушай, детка. Ну что еще? Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Перчатка скорости. Это вроде бесполезный артефакт, насколько мне известно. Никто не смеет мне приказывать. Слишком мало дает этой самой скорости. Так, подхилились. А что это, я точку сборов срал, получается? Полегче. Видимо, говори, да. Глупец. А хотя нет, пусть стоят здесь. Полегче. На случай, если кто-то нападет с другой стороны, я имею в виду, пусть лучше там торчат. Говори, глупец. Быстрее добегут. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Вот так-то лучше. Господи. Во славу плети! Полегче! За короля мертвых! Никто не смеет мне приказывать! Ты узнаешь, что такое боль! Вот так-то лучше! Во славу плети! Фростморн жаждет крови. Так. Двух убил. Я правил этой страной 70 лет. А ты уничтожил все за несколько дней. Как трогательно, Утор.
Отдай мне урну, и ты умрешь без мучений. В ней прах твоего отца, Артес. Неужели ты осмелишься вновь оскорбить его память? Ха, я и не знал, что в этой урне, но это не важно. Так или иначе, я получу то, зачем пришел. Блин, мне прямо ну, обидно, не хочу утера убивать. Артес мудила. Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Тупой школьник. Во славу плети! Во славу плети! Ну ладно. Наконец-то! Долг зовет. Никто ни хрена себе. 10 уровня. Полегче. Вот так-то лучше. Говори, глупец. Во славу плети! Ну что еще? Никто не смеет мне приказывать. Черт. Говори, как же я удачно отбежал. Никто не смеет мне приказывать. Как же, черт возьми, ну, это прям еще? Офигенно получилось. Чего? Говори, глупец. Уходим. Я заставлю тебя страдать. Полегче. Наконец-то. Не убивай. Фростморн жаждет крови. Смотри. Наконец-то. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Ну что еще? Говори, глупец. Никто не смеет. Но мы должны выжить. Вот так-то лучше. За короля мертвых. Давайте, грызите, гада. Нормально. Чего желает мой повелитель? Говори, глупец. Надеюсь, для тебя уже приготовлено место под Боюсь, мы этого никогда не узнаем, Утар. Все дело в том, что я собираюсь жить вечно. Ну что неплохо. Еще? Полегче. Теперь у нас есть урна. Ну что еще? Отлично. Теперь ты можешь отправляться в Кельталас. Ничего ему не рассказывай. Меня можешь слышать только ты. Не доверяй повелителям ужаса. Они служат королю мертвых тюремщиками. Я все расскажу тебе, когда вернусь в этот мир. Вот оно как. Ну что ж, ребятки, всем спасибо за внимание. До встречи в следующей миссии. Пока.